Печальное известие. Это произошло сегодня с Эдитой Пьехой. Непогода сыграла злую шутку с известной российской певицей Эдитой Пьехой. Она поскользнулась и получила серьезную травму, в результате чего пришлось даже отменить концерт. Об отмене концерта было объявлено в социальных сетях, передают новости в мире. Официальные аккаунты Эдиты Пьехи пестрили сообщениями о болезни звезды. Как оказалось, под болезнью имелся в виду ушиб бедра в результате падения. О страшной травме рассказали источники в больнице, куда была доставлена пострадавшая. Позже прокомментировала получение травмы и сама певица. «Да ничего особенного, мне 79 лет не здоровится. Мне предлагали слечь, но ничего, мне дома хорошо». В итоге Пьеха приняла решение отлежаться и только после Нового года пойти на полноценное обследование.